Братцы, всех приветствую. Вот, значит, опять груда железа у меня тут образовалась, недоделан. Надо будет вот как-то это все завтра точить, рукоятки сажать. Вот, надо будет посмотреть, что. Значит, что я сделал? Из оставшейся пилы, еще у меня там кусочек остался один, вырезал вот такую вот заготовку. Центральную часть тоже удалил, обломал здесь. Вот. И будет... Будут накладки здесь деревянные из, как это дерево-то называется, твердое, ИП, да, из ИП, вот, и здесь вот сделал такой, ну, еще шлифанул. Я что сделал, я вчера на полтора часа в духовку засунул градусов на 270-280 и час подержал немножко, добавил, скажем так, упругости, то есть они раньше были... Более такой звук стекловидный, то есть как стекло как будто падает. Сейчас они немножко помягче. И вот такой вот цвет побежалости получился. То есть хорошо их так погрел. Вот. Немножко стали помягче. Это мне и нужно. Вот. И еще вот у меня отличная железка, как я люблю вот это вот. То есть это... Из мачетины вот этой вот, которая у меня была длинная, еще кусочек остался, вот сделаю ножичек. Рез у него просто фантастика, то есть он режет, режет и режет. Несмотря на то, что он достаточно, ну то есть он мягкий, в общем, там закалка не такая жесткая, сухая. Вот, но, видимо, как-то содержание углерода, еще чего-то, то есть технология, ну вот, неплохая. Вот даже значок Корнета остался здесь. Это вот Доминиканская Республика делает. Вот тут вот написано. Гар, и дальше я не вижу, что. Вот, маленький обрежу, сделаю тоже такой кухонный. Вот, и деревянный нож. Это я супруге на работу. Вот, письма, конвертики, там можно им вскрывать и даже бумагу резать. Вот, я потом заточу, покажу, как он, если там время будет завтра, как он... держит заточку, то есть это дерево, я даже забыл, как оно называется, очень твердое, и такой кусок остался, и я его оформлю в клинок, то есть примерно вот так вот будет, там срежу, ну посмотрю, и заточу его. Вот, сначала обработаю, то есть ножами. Кстати говоря, вот этот показал себя нормально, я строгал им, то есть дерево очень действительно твердое. Вот, даже на боковые. Вот, и тем не менее он продолжает, то есть, резать бумагу. Я думал, он притупился, я смотрю, что он что-то какой-то такой, ну, как бы не очень острый. А потом посмотрел, то, видимо, карбиды выступают. Вот, то есть, он продолжает именно резать. То есть, вот какими-то карбидами. И режущая кромка очень стойкая все-таки у этой железки. Я думал, что она сначала хреновая, но для каких-то работ ее можно использовать. На перпендикулярный строк, вот такой, где не надо вот протаскивать, типа микропилу по войлоку и так далее, а именно вот со стругивания вот такое вот, где нужно. И тогда он держит хорошо очень режущую кромку, она не загибается, не заминается, ничего. И достаточно вязкий материал оказался. Вот. Тоже такое вот наблюдение. Ну ладно, все, братцы, отключаюсь. Завтра начну, даст бог, лопатить, а там уже посмотрим, что получится. Всем пока.